трудные годы войны этот патефон служил верным фронтовым товарищем. Любимые мелодии позволяли забыться на несколько минут. Теперь он создает настроение в преддверии праздника. Чем ближе к 9 мая, тем сильнее ощущается дух победы. Солдаты заводят машину, кругом техника той эпохи. Здесь царит атмосфера военных лет. Прогуливаясь по экспозиции под открытым небом у Зайчатской башни Кремля, Валерий Шанцев раскрывает детали предстоящего праздничного парада совсем юным корреспондентом. А в этом году будет более масштабный парад Победы, будет порядка 1200 военнослужащих участвовать, 55 единиц техники, а вот необычно, вот правильно подметил, будет участвовать в параде настоящий танк Т-34, который воевал на фронтах Великой Отечественной войны. Он уже здесь, проходит репетиции, он по площади Минина нарезает круги, все, он проедет около 1,5 километра. И самое главное, что этот танк был выпущен у нас здесь, на заводе «Красное Сормово», последним, и где-то 6726 танк. Вот сколько таких танков выпустили здесь, на Горьковской земле. И этот танк, его признали одним из самых лучших танков времен вот, Великой Отечественной и Второй мировой войны. Вспоминает Валерий Павлинович и о своем отце, прошедшем всю войну. Начинал ее пулеметчиком, потом был кавалеристом, потом освоил противотанковое ружье. В память о погибших на фронте по городу пройдет бессмертный полк. Корреспондент Артем уже готовит портрет прадеда, который будет нести нашествие. А сегодня узнал, что губернатор тоже будет участвовать. Он рассказал нам очень много всего интересного. И то, что он будет участвовать в акции «Бессмертный полк», понесет портрет своего отца, который тоже прошел всю войну, как и мой прадед. И я, кстати, тоже буду участвовать в этой акции со своей семьей. В этом году в параде примут участие 1500 человек и 50 единиц военной техники. Танки Т-72, БМП и БТРы, реактивные системы залпового огня, «Град» и «Ураган». Я очень этому рад и вся общественность, что возродили военный парад. И, конечно же, поддержка областной администрации в лице губернатора дорогого стоит, так как все-таки получить разрешение у главнокомандующего о проведении такого, да, и как вы знаете, мы с вами бываем на этих парадах, насколько это проходит и с исторической достоверностью, и с использованием современных, так сказать, техники военной, и Т-34, да, «Искандер», ракетный комплекс «Искандер-М». Это все, конечно, потрясающе. Вениамин Архангельский собрал на выставке не только военную технику. Здесь и ретро-продукция Горьковского автозавода, и зарубежный автопром. И не назовешь их экспонатами, все они – наша история. Виктория Кузьмина, Олег Климин, «Объективно», ННТВ.